Приветствую всех на канале Лофт Блога. Меня зовут Роман. И сегодня мы с вами научимся сдирать информацию с интернет-сайтов с помощью Google таблиц. Для этого откроем уже сразу аккаунт Google Диск. Создадим таблицу. И дальше нам нужно добавить на нее скрипты. Для этого в пункте меню перейдем в редактор скриптов. Создаем пустой проект. И, соответственно, имеем на входе, так сказать, функцию function, myFunction. Здесь вы можете писать любой JavaScript код. Но в частности мы сейчас напишем быстренько функцию для сбора данных с других сайтов. Итак, что мы будем с вами копировать с других сайтов? Ну, давайте будем сохранять в отдельную таблицу все заголовки уроков и постов, которые есть на нашем любимом с вами сайте LoftBlog. Для этого нам нужно узнать, где они в коде находятся непосредственно. То есть, каким образом мы сможем их найти. Какие-то определенные атрибуты должны иметься у заголовка. Но здесь мы видим с вами, что само содержимое заголовка, оно находится внутри тега А. Но при этом, как бы, элементы H1, H2 с классом H2, я думаю, их много, не один на странице. Но для этого нам на помощь приходит любимый нам jQuery, который здесь мы можем проверить, что он есть на этом сайте, подключен. По доллару он здесь не работает, но по jQuery можно им пользоваться. Соответственно, мы можем проверить их как H1. Сколько их? 10. Ну, в принципе, можно брать по заголовкам H1. Если мы посмотрим по элементам с классом H2, их также 10, можно брать по ним. Это даже нам будет проще. А вообще можно брать и находить все элементы с классом непосредственно article header. Итак, основная идея у нас будет заключаться в том, что мы находим какое-то место, якорь так называемый, на странице, и уже в зависимости от того, где мы находимся, мы начинаем поиск нужного нам элемента, в частности названия. Как мы просто доходим, вот сначала ищем H1 с классом H2, именно вот так вот текстовой строкой, и дальше мы ведем поиск до закрывающей угловой скобки, чтобы попасть тут в это место. Когда мы нашли, мы знаем, что мы стоим в начале заголовка текстовой, и мы должны найти в этой строке закрывающий тег А. Вот так все просто. Потом мы берем, извлекаем подстроку из строки, содержащей полностью всю страницу, весь ее код. Ну, то есть, если мы посмотрим на код страницы, то разбирать, работать мы будем именно вот с такой вот штукой. И вот мы находим вот место, где у нас H1 с классом H2. Дальше ищем закрывающую скобку угловую. После этого берем название урока до закрывающего тега А. Итак. Для этого мы, ну, давайте можем использовать созданную нам функцию myFunction, только ее переименуем как getPageContent. Чтобы сохранять в Google таблицу, нам нужно получить доступ к Spreadsheet App. Это непосредственно интерфейс для работы с Google таблицами. На текущем листе, ну, данной функции getActiveSheet, мы получаем лист, который у нас активен. Если будет несколько листов,
то работа у нас будет вестись именно на том листе, который в данный момент в документе этом открыт. Дальше мы сохраняем range, уже работая с полученной нами страницей, и делаем ей запрос getRange, которому в следующем виде указываем, с каким диапазоном мы будем работать. Ну, нам надо не так много, достаточно, в принципе, одного столба, но давайте зарезервируем парочку. Ну и суммарно там 18 страниц на лофтблоге, сейчас на каждой по 10 элементов, то где-то столько строк нам должно хватить. И дальше для того, чтобы работать непосредственно с определенной ячейкой, мы делаем следующую операцию. Берем самую первую ячейку в первом столбце, в первой строке. После этого нам нужно получить страницу. Для этого есть следующее приложение на Google. Это URL Fetch App, которому можно в аргумент передать непосредственно какой-то адрес. Ну, данный URL мы будем передавать как аргумент для нашей функции. И где-то у нас выше тогда будет функция, которая будет непосредственно генерировать эти урлы, по которым мы будем производить сбор. Ну, на данный момент мы пока можем оставить это вот в таком виде. Вот так. Вот эта штука в переменную response нам сохранит объект отклика от страницы, с которым напрямую невозможно работать для разбора строки. И нам для этого нужно получить его текстовое содержимое, чтобы уже работать непосредственно со строкой. Ну а дальше, чтобы работать со строкой, нам нужны будут переменные start и end. Ну, также можно переменную создать name, которая будет сохранять непосредственно имя урока, которое мы вырежем из строки. После этого мы можем взять уже создать цикл for, ну, где уже использовать еще переменную и меньше 10 и плюс-плюс. И здесь мы ищем старт как текст resp index of end. Вот здесь вот нам непосредственно и нужен наш исходный код. Вот мы ищем его по данному элементу. Мы используем здесь одинарные кавычки. В данный момент мы нашли вот эту позицию в тексте. Но нам нужна позиция, закрывающая скобки угловой. Длина вот этой строки у нас составляет 15 символов, поэтому мы к старту можем сразу же прибавлять 15 и делать повторный поиск. Именно на закрывающую скобку, начиная уже опять от старта.
и прибавляю единичку, потому что данная функция без плюс 1, она нас поместит перед закрывающей скобкой, даст нам эту позицию, а нам нужно уже получить позицию за ней. Соответственно, end мы будем получать как текст resp index of, открывающая скобка. Но здесь мы можем указать, что это непосредственно окончание тега A, и также от старта. Здесь нам уже ничего прибавлять не надо, потому что это уже и будет как раз конец нашего заголовка. Ну а дальше мы сохраняем в name как текст resp.substring. И здесь у нас непосредственно будут значения start и end. Таким образом, в переменной name у нас сейчас хранится заголовок урока на лофт-блоге. Для того, чтобы нам его сохранить, нам нужно в нашу ячейку установить значение name. И после этого сдвинуть ячейку вниз на одну строку на 0 столбцов. Мы даем ей смещение. И таким образом мы запишем название всех первых уроков на первой странице. Мы можем посмотреть, что у нас получилось. Вот у нас активен лист 1. Выбираем функцию getContent. Ну и можем, соответственно, запустить. Нас потребуется, спросит об авторизации, чтобы он смог работать. Substring. На, опечатка. Substring. Так. Смотрим. Пожалуйста, у нас появились все уроки с первой страницы. Но уроки только с одной страницы — это не так интересно, согласитесь. Нам же нужно интересно посмотреть вообще все уроки, какие есть на лофт-блоге. Поэтому мы создаем отдельно цикл во нашей внешней функции. Цикл будет по g, g меньше 19. Да, там 18 страниц меньше 19, g плюс плюс. И здесь у нас будет G. Но проблема будет при работе вот в таком виде. В том, что у нас ячейка, она будет каждый раз при вызове этой функции сбрасываться на самое начало. Поэтому нам нужно еще задать тогда строку, с которой начинает запись. Добавим ее сюда также в аргумент функции и добавим ее здесь. Она у нас будет рассчитываться как g умножить на 10. Так у нас будет тогда. Она у нас будет рассчитываться как единица плюс 10 умножить на g минус 1. И теперь, если мы выполним такую функцию, то мы увидим, что в этой таблице у нас теперь получились все уроки, какие есть на лофт-блоге. Ну вот видите, мы конец не прописали нормально, и он нам в итоге выдал что-то, содержимое просто страниц последних. Потому что у нас цикл не до конца обработан, не доработан так, как надо. И он поэтому вылазит такие косяки. Чтобы этого избежать, нам нужно устроить здесь не просто цикл for с поиском по подстрокам,
А лучше поставить цикл while, который бы непосредственно смотрел, есть ли у нас вообще данная подстрока в коде, чтобы он нам не пытался вставить, вот как тут было в случае в этом, чтобы не пытался вставить просто HTML-код. Вот на этом мой урок закончен. Спасибо за внимание. До встречи на Лофтблоге. Подписывайтесь на наш канал.